Хорошо. А теперь сделай приятный глубокий вдох и на выдохе закрой глаза и расслабься. Теперь обрати внимание на свое дыхание. Делаешь приятный глубокий вдох и выдох. Дышишь в своем ритме. Приятный глубокий вдох и выдох. Очень хорошо. Да, дышишь в своем ритме. Все внимание на дыхание. Приятный глубокий вдох и выдох. Отлично. А теперь погрузись еще глубже. Теперь, когда я посчитаю от 10 до 0, позволь себе погрузиться гораздо глубже. Ты всегда можешь погрузиться еще глубже. 10. С этого момента и до окончания сеанса каждая мысль погружает тебя глубже. 9. Каждый образ или звук погружает тебя глубже. 8. Каждое воспоминание или ощущение погружает тебя еще глубже. 7. Каждый посторонний шум с улицы, из-за двери, за стеной погружает тебя еще глубже. 6. Каждый резкий звук, звонок телефона, падение предмета на пол погружает тебя еще глубже. 5. Каждое касание твоего тела или хлопок или щелчок моими пальцами погружает тебя еще глубже. 4. Ощущение прикосновения одежды к телу или отсутствие этого ощущения погружает тебя дальше глубже. 3. Чувствуешь себя в безопасности, комфортно, все внимание на моем голосе. 2. Мои задания выполняю сразу, четко, не думая, и это погружает тебя еще глубже. 1. Во время сеанса глаза не открываешь, пока я не скажу. 0. 0. 0. 0. 0 усилий, покой, отдых, расслабление, покой, отдых, расслабление. Очень хорошо. Представляешь, что я прошу, и погружаешься еще глубже. С каждым моим щелчком ты погружаешься еще глубже, 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 глубже. Все твое тело расслабляется, все лучше и лучше, великолепно. Очень приятное состояние полного расслабления заполняет тебя полностью. Каждая клеточка отдыхает, расслабляется, ты погружаешься еще дальше. Сейчас я буду считать от 10 до 1, и с каждым моим счетом ты будешь погружаться еще дальше и глубже в состояние транса. Твое сознание будет засыпать, а твое подсознание будет проявляться, и все, что я буду говорить, будет становиться для тебя реальностью мгновенно. 10. Все твое тело расслаблено от макушки головы до кончиков пальцев рук и ног. 9. Погружаешься все глубже и глубже, будто на эскалаторе или лифте движешься вниз в собственное подсознание. 8. Мышцы шеи, плеч, спины полностью расслаблены. 7. Глубже и глубже мышцы рук, ног расслаблены. 6. Чем ниже ты опускаешься, тем лучше ты себя чувствуешь. Ты в полной безопасности. 5. Тебе хорошо и комфортно, нет никакого напряжения. 4. Концентрируешься только на моем голосе. 3. Погружаешься еще лучше с каждым моим счетом. 2. И еще полнее. Полностью, полностью, полностью. 1. Глубже и глубже спать. Глубже. Спать. Глубже. Очень хорошо. Каждый щелчок моими пальцами погружает тебя глубже. И еще глубже. Сейчас я буду снова считать от 10 до 1, и с каждым моим счетом ты будешь погружаться еще в 2 раза глубже. 10. 9. 8. 7. Все тело полностью расслаблено. 6. Глубже и глубже. 5. В 10 раз глубже. 4, 3, 2, 1. Спать глубже и глубже. Все тело полностью расслаблено от макушки головы до кончиков пальцев, рук и ног. Твое тело, как тряпичная кукла, полностью, тотально расслаблено, нет никакого напряжения. С этого момента все, что я буду тебе говорить, будет становиться для тебя реальностью мгновенно. Скажу что-то увидеть, ты тут же немедленно увидишь. Скажу что-то услышать, ты тут же немедленно это услышишь. Скажу что-то почувствовать, ты тут же немедленно почувствуешь. Скажу что-либо сделать, ты немедленно это сделаешь, неважно, в трансе ты находишься или бодрствуешь с открытыми глазами или с закрытыми, это сильнейшее постгипнотическое внушение. Скажу что-то ощутить, немедленно ощутишь, сразу же, тут же.
Это будет очень естественно и нормально для тебя. Это будет только тебе на пользу, это будет абсолютно комфортно и естественно для тебя. Каждый щелчок моими пальцами погружает тебя еще глубже. Мой голос начинает проходить куда-то внутрь тебя, вглубь тебя. И ты продолжаешь следовать за моим голосом. Представь перед собой лестницу. Лестницу, ведущую вниз, вниз, вниз. На каждой ступени которой написана цифра. И сначала написана цифра 1. И ты мысленно наступаешь на ступеньку с цифрой 1. И погружаешься еще дальше и глубже. Ты делаешь мысленно второй шаг на ступеньку с цифрой 2. Погружаясь в два раза глубже. Ночью. Ты продолжаешь наступать. 3, 4, 5, вниз, вниз, 6, 7, еще дальше и глубже, 8, приятное состояние, 9, покой, отдых, расслабление, покой, отдых, расслабление. Очень хорошо. И это состояние комфортное и приятное продолжает нарастать и усиливаться. Ты чувствуешь себя спокойно и в безопасности, зная, что там внизу есть еще 3 уровня расслабления. Это уровни 2, 1, 0. И очень легко достичь уровня 2. Для этого все, что нужно, когда я скажу, немного позже, но не сейчас. Там, за лестницей, найти современный безопасный лифт, ведущий вниз. Зайти в этот лифт, заметить 3 кнопки. Кнопка 2, 1, 0. Нажать на кнопку 2, и лифт начнет ехать вниз, 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 и ты начнешь расслабляться еще в 2 раза более полно. И очень легко достичь этажа с номером 1, для этого, находясь на этаже с цифрой 2, и расслабившись еще в 2 раза более полно, ты нажимаешь на кнопку с цифрой 1, и лифт будет ехать вниз, вниз, вниз. И погрузившись в 2 раза глубже, расслабившись в 2 раза более полно, достигнешь этажа с номером 1. Хорошо. И также очень легко достичь этажа с цифрой 0. Для этого, находясь на этаже с цифрой 1, ты нажимаешь кнопку с цифрой 0, и лифт начинает ехать вниз, 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 и все твое тело начинает принимать состояние 0 усилий. Как ночью, когда спишь и вкладываешь 0 усилий по управлению собственным телом. Также и на этаже с цифрой 0 ты почувствуешь, что вкладываешь 0 усилий, и тело управляет само собой. Так же, как ночью, когда спишь, тело само себя переворачивает. А сейчас ты входишь в лифт, в безопасный современный лифт, ведущий вниз. Видишь перед собой 3 кнопки. Нажимаешь кнопку 2, лифт начинает ехать вниз, вниз, вниз. Ты начинаешь расслабляться в 2 раза более полно. Расслабляется грудь, живот, ноги, руки, голова. Хорошо. В 2 раза более полно. Еще раз. А сейчас в какой-то момент, и это не займет много времени, когда лифт остановится с цифрой 2, ты произнесешь цифру 2 вслух мягко и медленно. Хорошо. И то, как ты ее произнесешь, будет соответствовать новому достигнутому расслаблению. Лифт продолжает ехать вниз, вниз, вниз. И вот он останавливается на этаже цифрой 2. И ты произносишь цифру 2 вслух мягко и медленно. Прямо сейчас. И очень легко достичь этажа с цифрой 1. И для этого ты нажимаешь на кнопку с цифрой 1. И лифт начинает ехать вниз, вниз, вниз. Ты начинаешь погружаться еще в 2 раза глубже, начинаешь расслабляться еще в 2 раза более полно. Очень хорошо. И вот когда лифт достигнет этажа с цифрой 1, ты произнесешь цифру 1 еще более тихо, еще более мягко, еще более медленно. Очень хорошо. Может быть, чуть слышно, потому что ты расслабишься еще более полно. Лифт достигает этажа с цифрой 1, останавливается. И ты произносишь цифру 1 вслух прямо сейчас. Очень хорошо. И ты знаешь, что остался еще один этаж с цифрой 0.
и очень легко достичь этажа с цифрой 0. Для этого ты нажимаешь кнопку с цифрой 0, лифт начинает опускаться вниз, 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 все тело начинает принимать состояние 0 усилий, ты начинаешь вкладывать 0 усилий в управлении собственным телом, как ночью, когда спишь, и тело управляет само собой. Оно может переворачиваться, может менять позу во сне, а ты в это время спишь. Также и сейчас состояние 0 усилий начинает распространяться от макушки головы до кончиков пальцев рук и ног. 0 усилий в управлении собственной головой, 0 усилий в управлении собственной шеей, 0 усилий в управлении грудью, руками, ногами. Да, очень хорошо. Сейчас, когда через некоторое время лифт остановится, ты вложишь 0 усилий в произношении цифры 0. Она прозвучит как бы беззвучно про себя, потому что, чтобы произнести это слово, нужно вложить усилия, а ты вкладываешь 0 усилий. Попробуй произнести цифру 0, это не получится. И сейчас, вкладывая 0 усилий в управление собственным телом, попробуй приподнять веки, это не получится, потому что для того, чтобы поднять веки, нужно напрячься, а ты полностью расслаблен. Да. Перестань пробовать. Также, вкладывая 0 усилий, попробуй поднять правую руку. И это не получится, потому что, чтобы поднять правую руку, нужно вложить усилия, а ты вкладываешь 0 усилий. Вкладывая 0 усилий, попробуй поднять правую ногу. И это не получится, потому что, чтобы поднять правую ногу, нужно вложить усилия, а ты вкладываешь 0 усилий. Очень хорошо. Вкладывая 0 усилий, попробуй поднять левую ногу, и это не получится, потому что, чтобы поднять левую ногу, нужно вложить усилия, а ты вкладываешь 0 усилий. Попробуй поднять левую руку, и это также не получится. И это хорошо. Ты вкладываешь 0 усилий в управление собственным телом. 0 усилий. 0, 0, 0. Приятное состояние, в котором происходит восстановление нервной системы, расслабление, состояние, в котором можно отдыхать. Приятное состояние, ты внимательно слушаешь мой голос. Мой голос проникает куда-то вглубь тебя, как свет начинает освещать все темное, напряженное, зажатое или что-то еще. И все, что я буду говорить в ходе этого сеанса, является абсолютной истиной с лечебной целью. Каждый щелчок моими пальцами погружает тебя еще глубже. Сейчас погрузись еще глубже. Сейчас, когда я посчитаю от 5 до 0, позволь себе погрузиться гораздо глубже. Ты всегда можешь погрузиться еще глубже. 5. Расслабляешься еще глубже. 4. Расслабляешься все больше и больше с каждым выдохом. 3. Чувствуешь себя в безопасности, слушаешь только мой голос. 2. Расслабляешься глубже и глубже, как будто ты сам заботишься о том, насколько ты глубоко можешь погрузиться. 1. Твое тело расслаблено, так же, как и мысли, и тело может расслабиться еще более полно. Ноль. 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 Ноль усилий. Ноль усилий. Покой. Отдых. Расслабление. Покой. Отдых. Расслабление. Очень хорошо. И теперь представьте ту ситуацию, в которой вы чувствовали себя победителем. Вспомните любую ситуацию, в которой вы себя чувствовали победителем, в которой вы чувствовали, что вы все можете, что вам все под силу. Да, представьте это ярко. Да, смотрите своими глазами, ощущаете в теле то, что вы тогда ощущали, ярко и эмоционально. Позволяете пропустить через себя все эмоции полностью, полностью, полностью. Позволяете пропустить через себя все эмоции. Теперь станьте этим чувством. Станьте этим чувством. И это чувство продолжает распространяться, продолжает увеличиваться, становится больше, заполняет вас. И чем больше и дольше вы чувствуете это чувство, тем больше его становится. Оно разливается. Оно начинает циркулировать по вашему телу. Вы чувствуете, как оно циркулирует по вашему телу. Переполняет его целиком и полностью. И еще больше, и еще сильнее. Да, позволяйте этому произойти. Сохраняйте это чувство.
Да, сохраняйте это чувство и да, позволяйте ему циркулировать. И сейчас из той ситуации, в которой вы это все представляете, сохраняя это чувство, возвращайтесь в сегодняшний день, когда вы включили эту запись. С этим чувством. С этим чувством. И сейчас я буду считать от 1 до 10. И это чувство будет разрастаться. Это чувство будет разрастаться. Ты будешь чувствовать себя как победитель и еще сильнее, и еще более полно. Когда у тебя все получается, когда ты все можешь. Один, это чувство еще усиливается. Два, растет во все стороны. Три, расширяется без каких-либо преград. Четыре, еще больше. Больше, чем в предыдущем месте. Да, пять, этот процесс тебя захватывает целиком и полностью. Шесть, достигает колоссальных размеров. Семь, оно заполняет все твое тело. Восемь, просится наружу. Девять, удваивается. Десять, оно охватывает тебя полностью. Чувствуешь себя победителем. Я все могу. Все возможно. Да, очень хорошо. Чувствуете, переполняет. И сейчас положи руку на живот. Все, что я тебе буду говорить, представляешь ярко, эмоционально, понимаешь, о чем я говорю. При этом чувство «я победитель» никуда не отпускаешь, оно все так же с тобой. Пропускаешь через себя, понимаешь, о чем я говорю, рука у тебя лежит на животе. И после того, как ты пропустил через себя, ты повторяешь за мной. Итак, я начинаю. И я победитель. И я все могу. Да, чувствуешь, пропускаешь через себя. И я доверяю себе. Понимаешь, о чем я говорю, пропускаешь через себя. И повторяешь вслух за мной. И я чувствую себя цельным. Да, пропускаешь через себя, понимаешь, о чем я говорю. После этого повторяешь вслух со мной, полностью принимая то, о чем я тебе говорю. И я сильный и смелый. Да, полностью принимаешь то, о чем я тебе говорю, и повторяешь за мной. И я спокойно и легко выражаю себя в любой ситуации. Я спокойно и легко выражаю себя в любой ситуации. Да, полностью понимаешь, о чем я говорю, полностью принимаешь и повторяешь вслед за мной. Выражать свои эмоции приятно. Полностью принимаешь, о чем я говорю, и повторяешь вслед за мной. Выражать свои эмоции приятно, очень хорошо. Я говорю легко и свободно. Полностью принимаешь, о чем я говорю. Да, не забывая то, что чувство «я победитель» ты никуда не отпускаешь. Ты также чувствуешь, что ты победитель. Да, ты перенес это чувство из той ситуации, в которой мы только что были, да, в текущий момент. Ты чувствуешь все, продолжаешь чувствовать, что ты победитель, что ты все можешь. Все тебе по плечу, и это одна из частей твоей сущности. Это ты. И это чувство твое. И ты был таким, и ты можешь быть таким тогда, когда сам посчитаешь нужным. Да, чувствуешь, я победитель, чувствуешь, что ты можешь. И это действительно так. Ты знаешь, что это действительно так. Ведь то чувство, которое у тебя сейчас есть, это твое чувство. Ты его чувствовал когда-то. Очень хорошо. Да. Да, продолжаем. Рука также лежит на животе. Я говорю утверждение, пропускаешь его через себя. И повторяешь вслед за мной. Мой голос приятный и бархатистый. Моя речь льется свободно и легко. Моя речь льется свободно и легко. Принимаешь, о чем я говорю, понимаешь, повторяешь вслух за мной. Мой голос слушается меня целиком и полностью. Мой голос слушается меня целиком и полностью. Да, пропускаешь через себя, полностью принимаешь его. Мнение окружающих обо мне – это не я.
Я – это я. Я поясню. Мнение окружающих о тебе не говорит, какой ты. Ты сам решаешь, каким тебе быть. Ты сам решаешь, как тебе себя чувствовать. И окружающие люди в большинстве случаев не знают, кто ты такой. В большинстве случаев окружающие люди не представляют, каким ты являешься. Даже твои родители не знают тебя так, как знаешь ты себя сам. Только ты решаешь, каким тебе быть. Поэтому мнение окружающих о тебе – это не ты. Итак, еще раз я повторяю утверждение. Мнение окружающих обо мне – это не я. Я – это я. Очень хорошо. Я сам решаю, каким мне быть. Я сам решаю, каким мне быть. Да, полностью понимаешь, о чем я говорю, принимаешь. Да, понимаешь, что твоя жизнь – это твоя ответственность. И повторяешь вслед за мной. Да, я сам решаю, каким мне быть. Я сам решаю, как реагировать на окружающих людей. Да, понимаешь, о чем я говорю, и я прокомментирую. Окружающие люди могут на тебя воздействовать любыми способами, но ты сам решаешь, как на них отреагировать. Окружающие люди говорят всего лишь тебе слова, но ты сам решаешь, злиться на них, обижаться или как-то еще к ним какие-то чувства испытывать. Это твой выбор. Поэтому ты сам решаешь, как реагировать на окружающих людей. Ты можешь замечать их эмоции, можешь не замечать, ты можешь их игнорировать, можешь им радоваться, а можешь на них обижаться. Это твой выбор. Я еще раз повторяю это утверждение. Я сам решаю, как реагировать на окружающих людей. Да, повторяю вслед за мной. И чувство «я победитель» сохраняешь. Сохраняешь чувство «я победитель». Да, чувствуешь его целиком и полностью. Да, это ты, это твое чувство. Ты победитель. Оно сильное, ты чувствуешь, как оно пульсирует по твоему телу. Очень хорошо. И я продолжаю. Твоя рука также лежит на животе. И я выстраиваю свою жизнь, как хочу. Да, еще раз повторю. Я выстраиваю свою жизнь, как хочу. Да, я поясню. Никто не вправе распоряжаться твоей жизнью. Только ты ответственен за свою жизнь. И только ты выбираешь, как тебе жить. Это твоя полная ответственность за свою жизнь. Да, повторяешь. Я выстраиваю свою жизнь, как хочу. В любой ситуации я хладнокровен и спокоен. В любой ситуации я хладнокровен и спокоен. Да, пропускаешь себя, понимаешь, о чем я говорю, и представляешь, да, принимаешь это на себя. И это тоже одна из граней твоей сущности, которую, может быть, ты до этого не использовал. Но она у тебя есть. Да, полностью принимаешь это чувство. Да. Сейчас обрати внимание на чувство «я победитель». На чувство «я победитель», да, что оно сильное, полное усиливает. Ага, оно усиливается, продолжает усиливаться, и еще сильнее, еще больше, еще полнее. Очень хорошо. Да, чувство «я победитель», я все могу, все мне по плечу. Итак, следующее утверждение. Да, понимаешь, о чем я говорю, принимаешь, повторяешь вслед за мной. Я спокойно и адекватно воспринимаю любую критику. Я спокойно и адекватно воспринимаю любую критику. Да, понимаю, что критика – это всего лишь слова. А то, что мы злимся на них, то, что мы обижаемся, это всего лишь наша реакция, которую мы сами выбрали. Но мы можем не обижаться, мы можем не реагировать. Да, еще раз. Я спокойно и адекватно воспринимаю любую критику. Мне нравится быть в центре внимания. Да, пропускаешь себя, принимаешь целиком и полностью. Да, и с чувством «я победитель», «я все могу». Да, повторяешь, мне нравится быть в центре внимания. Да, и ты знаешь, что есть моменты, когда тебе действительно это нравится. И ты эти моменты сейчас растягиваешь на всю жизнь. Ты сейчас эти моменты увеличиваешь, и этих моментов становится больше и больше. Да, да, понимаю, о чем я говорю. Продолжаем, да. Выражать себя безопасно. Выражать себя безопасно. Да, мы можем выражать себя словами, мы можем выражать себя действиями, любыми какими-то активными движениями. Да,
и зная, что в некоторой ситуации выразить себя безопасно голосом, сказав что-то в ответ, в другой ситуации выразить себя можно смехом, иногда можно плачем, иногда можно даже убежать, когда ты сам решишь. Да, выражать себя безопасно. Да, чувствуешь, я победитель, чувствуешь, чувствую, ага. Никуда его не убираем, да, это чувство с тобой, оно целиком и полностью завладело твоим телом, ты победитель, ты все можешь. Да, ощущаешь этот подъем, что все тебе по плечу. Мы продолжаем. Я решаю конфликты быстро и эффективно. Я решаю конфликты быстро и эффективно. Да, очень хорошо. И я могу за себя постоять. Да, я могу за себя постоять. Да, пропускаешь через себя. Принимаешь целиком и полностью. Окружающие люди меня уважают. Принимаешь и повторяешь след за мной. Да. А сейчас погрузись еще глубже. Сейчас, когда я посчитаю от 5 до 0, позволь себе погрузиться гораздо глубже. Ты всегда можешь погрузиться еще глубже. 5, расслабляешься еще глубже. 4, расслабляешься все больше и больше с каждым выдохом. 3, чувствуешь себя в безопасности, слушаешь только мой голос. Давай, расслабляешься глубже и глубже, так, как будто ты сам заботишься о том, насколько глубоко ты сможешь погрузиться. 1, твое тело расслаблено, так же, как и мысли, и тело может расслабиться еще более полно. 0, 0, 0, 0 усилий. Покой, отдых, расслабление, покой, отдых, расслабление. И каждый щелчок моими пальцами погружает тебя еще глубже. Ты продолжаешь чувствовать ощущение «я победитель». Ты чувствуешь ощущение «я победитель»? Да, оно твое, оно завладело тебя целиком и полностью. А ощущение «я победитель», «я все могу», оно начинает курсировать по твоему телу. Ты чувствуешь, как оно тебя наполняет. Да, ощущение «я победитель», «я все могу». Да, ощущение «я все могу», «все по плечу». Да, это ощущение увеличивается, разрастается. Да, ощущение это приятное, комфортное. И ты знаешь, что если ты окажешься в трудной обстановке, ты можешь говорить легко и свободно. От тебя исходит уверенность в том, что ты действительно можешь сказать совершенно легко и абсолютно свободно. Получаешь практически неиссякаемый запас надежности, прочности, огромный запас хорошего произношения, легкого произношения. Оно у тебя есть. Говоришь легко и без усилий, ты это знаешь, где-то глубоко тебя внутри, ты знаешь, что было такое состояние, и оно сейчас с тобой. Говоришь легко и без усилий, да. На любую обстановку, на любую жизненную ситуацию ты можешь спокойно и адекватно реагировать, у тебя абсолютно легкое произношение, да. И ты всегда говоришь смело и уверенно. И идешь на разговор в любой обстановке с любым человеком смело и уверенно. И ты всегда можешь сказать хорошо, можешь сказать легко, абсолютно свободно, уверен в том, что всегда можешь сказать легко, абсолютно свободно. И твердо знаешь, как действительный факт, что на самом деле всегда можешь сказать легко, абсолютно свободно. Да, или идешь на общение смело, уверенно в любой обстановке с любыми незнакомыми людьми. Твоя речь льется легко и свободно. Легко и свободно. Очень хорошо. Твоя речь льется легко и свободно в любой обстановке. Да, неважно, как ты себя чувствуешь, но твоя речь льется легко и свободно. У тебя хорошая речь. Ты всегда с удовольствием слушаешь других людей. И всегда с удовольствием другие люди слушают тебя. Да. В любой обстановке. Ты полностью управляешь своей речью в любой обстановке. С любыми эмоциями ты полностью управляешь своей речью. Данная программа установлена, данная программа активирована. И когда я досчитаю от 1 до 5 и щелкну пальцами, ты полностью вернешься в сознательное состояние, откроешь глаза, будешь себя чувствовать легко, комфортно, уверенно, вернешься со всеми изменениями. И будешь себя чувствовать легко, комфортно, уверенно, и вернешься со всеми изменениями. Итак, 1, 2, 3, 4, 5.
Ты открываешь глаза и вернулся полностью со всеми изменениями. Вернулся полностью со всеми изменениями. Очень хорошо. Очень хорошо. С вами был Олег Димитров. Сайт олегдимитров.ру.